Добро пожаловать в топ фейлов Лиги Легенд. Сегодня 72-й выпуск, и начали! Начнем с третьего места, где у нас разместилась синяя команда. Они попытались убить Зайру, но решили отступить, попав под пресс Кейтлин. Шака в попыхах наступает на ловушку Кейтлин и, используя ульту, попадает на вторую, после чего Кэнон получает легкий килл. Второе место заняла фиолетовая команда, которая с помощью Блицкранка уничтожила Кагмава. Но соратники не покинули павшего товарища и ринулись в бой. После чего с помощью своей пассивки Кагмав смог сделать трипл килл посмертно при обмене 4 в 1. Сегодняшний самый ужасный фейл принадлежит Скарнеру, который протащил ультующего Фиддлстикса через всю свою команду. Сделав трипл килл, Пугало возвращается в бой и бросает ворона в Диану и Ренектона, что в конце концов заканчивается пентакиллом для Фиддлстикса, и все это благодаря Скарнеру. Переведено и озвучено командой XDelayed специально для lolgame.ru. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter и паблик ВКонтакте.